Приветствую вас, дорогой зритель! Сегодня мы поговорим о том, как могут сложиться и так непростые взаимоотношения в семье у наших любимых артистов Максима Галкина и его жены Аллы Борисовны Пугачевой. Ведь многие поклонники убеждены в том, что за время нахождения по ту сторону океана он полностью изменился. Итак, ставим лайк и поговорим об этом подробнее. Максим Галкин находится в США с гастролями. То и дело он рассказывает о том, что его концерты пользуются огромным спросом, а сам он получает искреннее удовольствие от нахождения на американской территории, потому как публика там встречает его более чем радушно. В соцсетях по этому поводу назревает новый скандал, связанный с именем юмориста. Галкина уже называют американским холостяком, потому как фанаты уверены, что, вкусив свободы вдали от семьи и России, после гастролей он попросту не захочет снова возвращаться в семью. Фанаты убеждены в том, что Максим Галкин искренне любит своих детей, но драма, разразившаяся между ним, предполагаемой любовницей Юлией Барановской и Аллой Пугачевой, заставила его резко поменять отношение к последней, и ему уже попросту не хочется выхаживать Примадонну, приближающуюся к своим 70 годам. Эти цифры Галкина пугают, ведь он прекрасно понимает, что ответственность за Аллу Борисовну полностью ложится на его плечи, а он, находясь в самом расцвете сил, желает уделять больше времени своей карьере, а также заниматься воспитанием детей, однако Пугачева эти задачи сильно усложняет. В результате поклонники ожидают, что по возвращению в Россию у Галкина и Пугачевой, вероятнее всего, состоится тяжелый разговор, который приведет к тому, что юморист отправит свою супругу на оздоровление в пансионат, в то время как сам займется делами, более интересными ему. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забываем ставить лайк или дизлайк и подписывайтесь на наш канал. Итак, до новых встреч!